Miss Ucraina 2016. A venit zilele trecute la Chișinău prima dată. Ce a făcut aici? Mm-hmm. Ce știe despre țara noastră și ce a reușit să vadă? Să aflăm și noi! Miss Ucraina Alena Spodăniuc a ajuns la Chișinău. Fata se pregătește pentru concursul Miss Universe, care se va desfășura în Filipine. Iar ținutele pe care le va purta acolo sunt croite de moldoveanca Olga Blanc. Я очень рада находиться сегодня у вас в гостях в Молдавии, и мне очень приятно то, что Ольга Бланк помогает готовить мне мой гардероб в конкурс. Я прилетела всего на один вечер, специально на примерку к Ольге. Мы готовим 5 нарядов, пока мы еще не знаем, какое платье будет финальным. Какое больше понравится, на таком мы остановимся. Dorește să strălucească la propriu pe podium, iar designerul n-a prea avut încotro. Ну, наверное, время заняло не столько их создать, сколько, наверное, прийти к какому-то общему знаменателю и определиться все-таки, что это будут за модели. Мы выбрали платья более такие женственные, подчеркивающие фигуру, и, конечно, они все будут сверкать камнями и бисером, чтобы со сцены это очень все удачно смотрелось. Deși este pentru prima dată în Moldova, Alena are deja cu ce se lăuda. Мой прадедушка из Кишинева, и я знаю, я у тебя без кутаритари. Sperăm că această vizită să nu fie ultima.